В рамках реализации федерального проекта сохранения лесов национального проекта «Экология» в Колымлес поступило 4 трактора. Всего на 2022 год Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии запланирована закупка 8 единиц специализированной техники и 39 единиц противопожарного и лесохозяйственного оборудования, необходимого для выполнения лесохозяйственных и профилактических противопожарных мероприятий на землях лесного фонда в границах республики.